547 североказахстанцев умерли от разных видов рака в 2020 году. На сегодня на учете в областном онкологическом центре состоят почти 10 тысяч человек. Чтобы своевременно выявлять опасную болезнь, медицинское учреждение сотрудничает с фондом обязательного медицинского страхования. В пакет ОСМС входит обследование по трем видам рака. В этом году на них выделили 421 миллион тенге. Все подробности далее. Сейчас в Казахстане существует три вида бесплатных онкоскринингов для населения. На рак молочной железы для женщин от 40 до 70 лет, на рак шейки матки для женщин от 30 до 70 лет, скрининг на колоректальный рак для мужчин и женщин от 50 до 70 лет. Среди онкологических болезней колоректальный рак занимает 5-е место в Северо-Казахстанской области. На первом уже не один год плотно стоит рак молочной железы. Недуги сложные с точки зрения лечения. Но современная медицина доказала, что эффективнее и быстрее оно будет проходить, если выявить коварную болезнь на ранних стадиях. В 2021 году выделены средства на скрининговые исследования в размере 421 миллиона по нашей области. Это 129,8 миллионов на рак шейки матки, 198,8 миллионов на рак молочной железы и 93 миллиона на колоректальный рак. В каких случаях деньги на обследование выделяются из казахстанской копилки здоровья? Но общие клинические анализы, которые входят в стандартный пакет медицинских услуг, они не идут. Осмотр участковых врачей в рамках проверки на рак шейки матки, например, средства ОСМС тоже не покрывают. Деньги фонда социального медицинского страхования нужны для дополнительной диагностики, обследования у узких специалистов. На них медики направляют пациентов, если находят в их организме какие-либо патологические изменения. Раньше у нас были скрининги на рак предстательной железы, на рак желудка. Сейчас у нас остались три вида скрининга. В настоящее время у нас застраховано население 82,2%. Ну, это средний показатель, да. По республике 84%. Незастрахованным североказахстанцам пакет УСМС недоступен. В фонде призывают следить за своим статусом в новой системе и не забывать о здоровье. Дарья Пашминцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.